Когда ко мне обращаются с просьбой помочь в этом вопросе, просто спинным мозгом ощущается то чувство вины, которое испытывает человек. Я понимаю, какой психологический барьер был пройден, прежде чем был сделан звонок или написано письмо. Но такое впечатление, что мужчину любящая и любимая жена застала за просмотром порнофильма в то время, когда она ждала его в постели. Вы знаете, я не врач-уролог, который с ехидным выражением лица будет задавать вам не совсем удобные вопросы. Ну что? Где на этот раз вы зацепили инфекцию? Какую? Хламидия, трихомонада, сифилис, гонорея? По отдельности их цепляли? Или блоком получили? Знаете, в пакете дешевле. Удовольствие получили вы в то время? Или сейчас, может, испытываете удовольствие от тех признаков, которые дает вам простатит? Вы знаете, все это здорово, но я врач-системщик. Я понимаю, что простатит – это локальная проблема целостного организма. И как простатит влияет на состояние всего организма, так и организм влияет на состояние простаты. И лечить по отдельности бессмысленно. Лечить нужно в комплексе. Нужно решать комплексно те ситуации, которые есть в организме этого конкретного человека. В том числе учитывая, что да, у него есть слабое место, есть простатит. И только так, на мой взгляд, можно лечить. Женщины вообще обходят эту проблему. Каждый второй мужчина обладает этим диагнозом, имеет хронический простатит. Это те, кто явно об этом знают. Часть мужчин еще об этом не знают, потому что у них есть малые признаки, которых он, мягко выражаясь, игнорирует. А здоровье женщины напрямую завязано с мужским здоровьем. Они неотделимы, я знаю, что это такое. Из 50 опубликованных книг, одна из них «Здоровье женщины в нездоровом мире». И так же, как простата зависит от состояния организма, так и мужское и женское здоровье, они взаимосвязаны, неразрывно связаны. Если болен один в паре, то больна пара, нет здоровья в семье, нет благополучия. Но женщины боятся наступать на этот больной мозоль мужчины. Я вам подскажу, как это сделать правильно. Не объявляя мужчине о лечении простатита. Вы знаете, клубы анонимного лечения алкоголизма, наркомании существуют. Скоро, я думаю, появятся клубы анонимного лечения хронического простатита. Я думаю, что возглавлять их будут женщины. Потому что они самые заинтересованные, в принципе, в этой ситуации. Ведь вы же хозяйки на кухне. Вы можете через питание, через определенные его особенности, полечить мужчину, не объявляя ему об этом. А потом он вам расскажет, да, вот видишь, я тебе говорил, нужно было просто подождать, и все само восстановится. А вы будете знать причину вот этого самовосстановления. Конечно, можно подождать, чтобы простата восстановилась сама, но не меняя условий. Это бесполезная трата времени. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете алгоритм действий при разных формах простатита. Я не оговорился. Простатит бывает не только острый и хронический. Есть разные формы простатита. И те усилия, которые при одной форме простатита очень активно помогают, при другой форме простатита точно так же активно вредят. И это нужно знать и понимать, и правильно использовать. Также вы узнаете индикаторы, как контролировать состояние простаты без обращения к урологу, без обращения к шаманам, предсказателям. Вы сами сможете это делать легко и просто. А одновременно и контролировать вероятность развития осложнений. Потому что за простатитом, увы, всегда идет аденома, а это еще хуже, чем простатит. Ее еще тяжелее лечить, еще дольше лечить. Итак, плавно перехожу к тем простатитам, к тем формам простатитов, которые есть. Один из видов простатита, он был распространен, доминировал буквально 40-50 лет назад. Сейчас его активно и агрессивно вытесняют другие формы простатита. Но этот простатит все еще не потерял свое значение. Это острый простатит, да, я понимаю, он связан с какой-то половой инфекцией. Как правило, параллельно развивается как минимум цистит. Частые болезненные мочеиспускания, уменьшение порции мочи, изменение внешнего вида мочи. Это основные признаки наличия простатита. Если есть еще выделение из мочеиспускательного канала, то там еще есть уретрит. Все это прекрасно. Все эти изменения, как только, не дай бог, появились, ваш алгоритм действий, он простой. Вы подписываетесь на мой канал. Берете это видео в закладки, чтобы вы не потерялись на просторах интернета. Второе. Вы идете к любимому урологу или к нелюбимому, но это уже вынужденная мера. Он назначает курс лечения. Он, безусловно, вам назначит антибиотики. И не нужно
от них уходить. Антибиотики в данном случае единственное правильное лечение. Патогенетическое, которое будет влиять на проблему, на то, что вызвало простатит. Но что вы должны будете сделать? Дальше у вас действий два. Либо самостоятельно, либо с моей помощью. Вы фильтруете тот перечень назначений, который вы получаете. Потому что если там только антибиотики, да не вопрос. Но если там есть препараты, которые так или иначе влияют на состояние печени и желчного пузыря. То есть какие-то желчегонные, какие-то гепатопротекторы. То есть вот эти ситуации, эти препараты, либо вы самостоятельно, либо с моей помощью, вы из этого курса лечения убираете. Почему, знаете? Потому что все антибиотики, которые есть, когда попадают в организм, они попадают к печени. Они чужеродные вещества. И чем хуже работает ваша печень, тем выше эффект от лечения, от применения антибиотиков. Запомните это раз и навсегда. Вам стоит улучшить работу печени. А улучшение работы печени – это улучшение фильтрации крови от ксенобиотиков, от чужеродных веществ, в том числе и от антибиотиков. И как только вы назначаете антибиотик и гепатопротектор или желчегонные, вы знаете, вы вызываете, ну мягко выражаясь, смерть со стороны бактерий, которые поселились у вас в мочеполовой системе. Потому что вы дали яд и тут же дали команду печени этот яд уничтожить. Вы понимаете, к чему это приведет? В том, что вслед за лечением острого простатита вы не добьете так инфекции, даже самыми хорошими антибиотиками. Вы переходите на лечение хронического простатита. И это вам, я думаю, что не нужно. Поэтому препараты, которые относятся к лечению печени, к улучшению состояния печени, говорят еще, что они защищают вашу печень. Да, возможно, они защищают вашу печень в случае отсутствия интоксикации. Но антибиотик – это токсин. Это токсическое чужеродное вещество, с которым ваша печень должна справляться. И вы либо самостоятельно гепатопротекторы переносите после курса приема антибиотиков через несколько дней, даете возможность антибиотикам полноценно выполнить свою задачу, добить максимальное количество инфекций, которые они могут достать в вашем организме, а дальше восстанавливаете печень, восстанавливаете пищеварительную систему, потому что там под действием антибиотиков практически 100% развивается дисбактериоз, дисбиоз, то есть нарушается микрофлора, потому что антибиотик не бьет изолированно по мочеполовой системе. Он изменяет микрофлору на коже, в дыхательной системе, в кишечнике. И нужно восстановить после этого микрофлору, после курса антибиотиков. Вы можете это сделать, попробовать самостоятельно, можете с моей помощью, ваш выбор. Но последовательность приема препаратов при остром простатите, я вам сказал, если вы нарушите эту последовательность, ну, получите немножко другой эффект. Хронический простатит. Ну, он возникает у тех, кто плохо полечил острый. То есть тех, кто долго думал, лечить, не лечить. Кто применял при остром простатите народные средства, которые, ну, не имели достаточно широкого спектра действия. Потому что, к сожалению, количество бактерий, они мутируют достаточно активно, и не все народные средства обладают достаточным спектром и силы действия, чтобы подавить все инфекции, которые на сегодняшний момент есть. Поэтому в данном случае хронический простатит, он может возникать вот по поводу того, что ну, неправильно, неадекватно, вы неполноценно пролечили острый простатит. Если в случае обострения хронического простатита вам назначаются антибиотики, ну вы знаете, я не очень сторонник большой применения антибиотиков в данном случае в чистом виде. По той простой причине. Однажды вы уже бактерий просеяли. Те, кто остались в вашей простате и сегодня раздражают ее, вызывают обострение хронического простатита, они уже прошли курс антибиотикотерапии. Вы их уже проверили на прочность. И размножились как раз те, которые неустойчивы. Вернее, устойчивы к антибиотикам. Как вы думаете, насколько могут им нарушить качество жизни новый курс антибиотиков? Поэтому алгоритм лечения хронического простатита, он несколько иной. Тут торопиться уже некуда. Бактерии зашли, да, каким-то образом иммунная система ваша с ними контактирует, поэтому таких острых проявлений, как при остром простатите, вряд ли вы дождетесь. И что важно сделать? Первое, что важно сделать, да, антибиотики мы можем иметь в виду, мы понимаем, что все-таки можно попробовать ими еще раз пройти, вдруг можно их добить, этих бактерий, но вдруг тут не получится. Я бы советовал вам скомбинировать лечение. Во-первых,
немножечко почистить организм. Это очистит вашу иммунную систему. Посмотрите видео. 5 главных функций иммунной системы на моем канале. В первую очередь, иммунная система борется с токсинами. С бактериями, с вирусами борется во вторую и третью очередь. И пока ваш организм, мягко выражаясь, не самый чистый, ваша иммунная система будет отвлекаться на совершенно другие задачи. Да, вас интересует простатит, но, извиняюсь, простата – это мизер по отношению ко всему организму. Она имеет вес для мужского здоровья громадный, но в отношении к весу мужчины имеет очень малое отношение, очень малый процент. Поэтому вы должны понимать, что вас интересует решение этой задачи, а вашу иммунную систему интересует контроль микробов в громадной площади кишечника 1300 квадратных метров, контроль микробов на площади 100-130 квадратных метров, это площадь дыхательной системы, ну и контроль микробов на кожных покровах, которые вы видите, это 1,5-2 квадратных метра всего. Громадная площадь, иммунная система должна эти барьеры держать непроницаемыми, неприкосновенными, и только после этого обратить внимание на вашу простату. А вас интересует простатит. Вас не интересует вздутие живота, урчание, вас не интересует какой-то там кашель, какие-то высыпания на коже. Это мелочь по сравнению с проблемой простаты. Но ваш организм никогда не подойдет к решению простатита, пока не решит те задачи. И вот комплексное очищение вашего организма повысит возможности вашей иммунной системы, потому что она не будет отвлекаться на токсины, она обратит внимание теперь уже на бактерии и на вирусы, которые могут паразитировать в этой ситуации. Второе, что можно сделать, поднять местный иммунитет. Да, есть средства, которые могут поднять местный иммунитет, местную резистентность. И в еще большей мере осложнить жизнь тем бактериям, которые там паразитируют. Третий шаг, что можно сделать. Вот тут можно применять антибиотик вместе с растительными препаратами. И чем шире будет спектр действия, если мы добиваемся синергизма в действии этих препаратов, то, соответственно, еще меньшее количество бактерий сможет ускользнуть от этого лечения и остаться на память для новой волны обострения хронического простатита. Вот тогда мы можем решать ситуацию более правильно, комплексно и с наибольшим результатом. Вот тогда лечение хронического простатита, в принципе, может закончиться. Третий вид простатита. Это простатит, я бы сказал, экологический. Он возникает без связи с инфекцией. И вот часть мужчин, которые боятся звонить, говорят: «Господи, я же никогда нигде не гулял. Если гулял, то только с презервативом. Проблемы не могло быть, а она есть». А она есть, потому что, знаете, посмотрите в окружающую среду. Вот этот простатит скоро вытеснит инфекционный. Потому что выход, ну скажем так, в поля, в огороды, под кусты без презерватива все реже. А вот жизнь в этих экологических условиях. Все живут, дышат воздухом не самого лучшего качества. Воду пьют не самого лучшего качества. Увы, на землю попадает вся эта химия и продукты. Тоже, мягко выражаясь, не самого лучшего качества. И все это влияет на простату. Потому что где находится простата? Она находится в системе фактически мочевыделения. А что такое моча? Это грязь, которую ваши почки нашли в кровеносном русле. Те токсины, которые попали разными путями, но почка их нашла, она их выделяет, временно накапливается в мочевом пузыре, под мочевым пузырем находится мочеиспускательный канал, и в самом начале его тут охватывает простата. Вот когда токсины накоплены в мочевом пузыре и проходят через узкий канал, естественно, они могут раздражать этот канал, и это воспаление передается на простату. Вот тут появляется простатит без связи с половыми инфекциями. И алгоритм лечения такого простатита, он совершенно иной. Безусловно, тут основа — это комплексное очищение организма. Если вы знаете, как это делать, не вопрос. Если не знаете, обращайтесь. Что такое хронический простатит, как его лечить? Я знаю, такая брошюра была мной опубликована. Она фактически, ситуация эта зависит от совершенно иной проблемы. Да, вас интересует опять-таки простата. Да, вы можете предположить, что да, состояние почек тоже как-то может повлиять. Но почки очищают всего 20% крови. Значительно больше крови очищает другой фильтр. Это печень. Я знаю, что делать, если у вас есть печень. Знаю, как ей помочь. Такая книжка тоже есть. Больше того, печени помогать в этом случае даже выгоднее. Потому что когда вы помогаете работе почек. Да, почка лучше очищает кровь. Как вы понимаете, лучше очищать кровь,
это больше выделяет токсинов с мочой. И как вы понимаете, куда деваются токсины? В мочевой пузырь, в мочеиспускательный канал, а тут находится простата. И вы понимаете, что чем лучше вы напрягаете работу почек по очищению крови, тем больше токсинов проходит мимо простаты, и ответ вы уже знаете сами. И еще лучше обостряется хронический простатит или поддерживается его хроническое воспаление. То есть ситуация таким путем не решается. И когда говорят, пейте больше воды и вылечите простатит, ну, опыты идут, результаты вы знаете. Поэтому я вам советую совершенно иным путем полечить ваш простатит, включить другой, более мощный фильтр печень, поставить его на более интенсивный ритм работы, тем более, что в принципе печень мужская, а простатит беспокоит в основном мужчин, хотя, напомню, отражается и на женском здоровье. Вот, но мужская печень, она это благодарный объект для лечения, ей можно помочь, она лучше очищает кровь. Больше того, печень может не только выводить самостоятельно токсины через желчный пузырь, кишечник, она еще обезвреживает те токсины, которые могут выделяться через почки. Понимаете разницу? Уловили? Когда вы напрягаете почки и активный токсин идет через почку, он нарушает работу почки. Если токсинов было больше, раздражается мочевой пузырь, появляется цистит. Если токсинов было еще больше, их хватило и на простату, еще получили обострение простатита или раздражение простаты. Когда печень обезвреживает те токсины, которые могут выделяться через почки, они идут в неактивном виде через почку. Почка их не видит, она их спокойно опускает в мочевой пузырь. Мочевой пузырь тоже не воспаляется, потому что токсин-то не активен. Он не может раздражать мочевой пузырь. И как вы понимаете, он не может раздразнить и простату. Лечение простатита через улучшение работы почек и печени — это две большие разницы, как говорят в Одессе. И нужно просто понимать правильно, как подойти к этой ситуации. Какой алгоритм действия должен быть в этом вопросе. Поэтому правильное очищение организма, правильное повышение местного иммунитета и улучшение работы печени, и вы получаете, в принципе, бонус, самостоятельно излечивается простатит. А что вы лечили? Вы лечили печень, вы обратили внимание на состояние кишечника наконец-то. Потому что самый большой очаг инфекции — это все-таки пищеварительная система. Оттуда идет большинство токсинов, попадают в кровь, если печень не отфильтровал, они с крови попадают в почку. Выделяясь, почки видят токсины, они выделяют их с мочой, раздражает простату, вы имеете простатит. Простатитом вы идете к урологу. Если, не дай бог, он вам в этом случае назначит антибиотики, антибиотик нарушит состояние микрофлоры, изменит количество и качество микроорганизмов, которые находятся в вашем организме, просеет чувствительный и оставит нечувствительный. И у вас очаг инфекции в кишечнике в еще большей степени будет негативно влиять на состояние простаты. И таким путем лечить вот такой экологический хронический простатит я бы не советовал. Это очень опасное занятие. И главное, что дальше уже простатит будет висеть, и уже никакие курсы антибиотиков не только улучшения не будут достигать, а только ухудшения будете производить. Поэтому нужно понимать, когда и что применять. Еще один вид простатита есть. Я бы сказал, застойный простатит. Да. Тут лечение, в принципе, самое простое, самое эффективное. Нужно вспомнить, что есть любимая женщина, обратиться к ней за помощью, и она поможет вам в этом вопросе. Если вы не женаты, есть такое видео, будет на моем канале, как найти вторую половинку. Есть ситуации, когда не могут сконтактировать мужчина с женщиной, ни при каких условиях. Условия есть, нужно просто понимать друг друга. Потому что понимание — это одно, а взаимопонимание — это другое. Если у вас есть взаимопонимание в этом вопросе, если вы понимаете, что в супружеской паре одновременно мужчина лечит, устраняет застойный простатит, а женщина лечит мастопатию, эндометриоз предупреждает, фибромиому предупреждается, то есть дисгормональные нарушения в женском организме тоже куда-то деваются, вы понимаете, что если вы так будете относиться к своему здоровью, то только плюс, а не минус. И не дай бог вам на застойном простатите еще принять какие-то антибиотики. Потому что можно паровозом, а вдруг там кто-то живет, давайте-ка их просанируем. Нет. Потому что а вдруг возникает совершенно иная ситуация. Вот это а вдруг нарушает работу фактически пищеварительной системы печени.
Ну, а дальше вы уже из простатита, из реально рукотворного простатита, никуда не денетесь, будете всю жизнь этим заниматься. Как предотвратить осложнение? Как проверять свое состояние мужского здоровья? Ну, в принципе, это достаточно легко сделать. Ну, не скажу, что в домашних условиях, но в принципе сделать легко. Это можно сделать буквально в военно-полевых условиях. Вы просто должны оценить состояние струи. То есть, опять-таки напомню, есть мочевой пузырь, есть мочеиспускательный канал и есть простата. Вот когда простата воспаляется, она автоматически пережимает мочеиспускательный канал. И моча, проходя мимо простаты, она не может идти с хорошим напором. Фактически простата пережимает этот краник, и по мочеиспускательному каналу напор мочи уменьшается. Если у вас струя от вас уходит на метр и больше, прекрасно, я за вашу простату спокоен, она в хорошем состоянии. Но если струя начинает уменьшаться и доходит хотя бы где-то до полуметра, здесь вы должны понимать, что динамика отрицательная, состояние простаты ухудшается, и вам нужно кое-что делать. Как правило, в это время и второй признак появляется. Вы больше внимания уделяете всему чему угодно, только не женщине. Вы ищете любые поводы уйти от ситуации, потому что вы понимаете, что ситуация может решиться по-разному. Потому что снижение потенции, вы не знаете, чем все закончится. К сожалению, мужчина начинает больше уделять внимание тем средствам, которые использовались в мужских монастырях для контроля этой ситуации. Это пиво. Такое видео есть на моем канале. Индикатор очень простой. Если вы чаще замечены за бокалом пива, чем в постели с любимой женщиной, я понимаю, что динамика негативная, и вы движетесь совершенно в иную сторону. Вы идете через простатит в аденому простаты. И так поступать нельзя. Нужно просто правильно понимать вот эту ситуацию. Что делать? Ну, делать, в принципе, нужно действия, они специфические, они должны относиться все-таки не к состоянию изолированной простаты, но к состоянию организма в целом. Вот тут женщины сейчас получат рецепт. Мужчина, да, может самостоятельно начать лечение. Женщина может начать лечение любимого мужчины, не объявляя его об этом. Потому что лечение простатита травами, в домашних условиях, другими народными средствами, все это возможно, все это здорово, но что должно быть в основе? В основе должны вы понимать, что да, есть простатит, который показывает, что через почки идет моча не того качества. Идет слишком много токсинов, которые, раздражая простату, приводят к воспалительному процессу и тем негативным явлениям, которые вы уже услышали. Вы должны понимать, что самое главное, что вы должны сделать, это разгрузить почки. Не нагрузить, а разгрузить. Когда принимаются любые мочегонные, это состояние только ухудшает состояние простаты. Хотите проверить мои слова? Заварите там настой хвоща, настой почечного чая или ортосифона. Настой из парыша, сделайте себе, ну, ненадолго такое, мягко выражаясь, удовольствие, а лучше поверьте мне на слово. Те сапонины, которые выделяются через почки, дают увеличение количества мочи, они же, раздражая простату, приводят к обострению простатита или к обострению аденомы. И эту ситуацию нужно понимать, что напрягать больную систему, когда ослаблена мочевыделительная система, когда там есть проблема, не нужно. Заставлять хромого бегать опасно для жизни хромого. А если хромой догонит доктора, то и для жизни доктора. Важнее совершенно иная ситуация. Нужно улучшить работу пищеварительной системы и почек. Пищеварительной системы и печени. Только таким путем можно разгрузить почки от лишней работы и убрать раздражитель от простаты. Тогда она постепенно начнет восстанавливаться. Дальше можно, конечно, и ей помочь целенаправленными действиями. Быстрее восстановиться. Но пока вы не обратите внимания на состояние пищеварительной системы и печени, ну, лечение простатита будет уходить в бесконечность. И обострения будут часто о себе напоминать. И проблемы будут постепенно возникать. Поэтому самый простой рецепт, самое простое решение вы находите на моем канале видео. Консультация врача-диетолога. 40 минут
Я рассказываю про правильное питание, как его нужно наладить, как правильно использовать для того, чтобы пищеварительная система работала оптимально, уровень здоровья был максимально высоким, количество инфекций, которые шалят в организме человека, было минимальным, а может быть и ушло просто в ноль, то есть чтобы иммунная система была активнее, чем активность микробов, вирусов, онкоклеток, токсических веществ в вашем организме, чтобы она легко контролировала эти ситуации, не давала им обостряться и нарушать состояние мужского, а заодно и женского здоровья. Поэтому просмотрите, не поленитесь, просмотрите в удобное для вас время видеоконсультация врача-диетолога, и вы получите те рецепты, которые нужны для того, чтобы поднять уровень здоровья, в том числе и состояние улучшения, улучшить состояние простаты, чтобы она работала эффективно и результативно и не портила вам жизнь и отношения с другими людьми. Я думаю, что это видео можно совершенно спокойно закончить. Максимальное количество информации, которую можно дать, вот просто так вот выложить в интернет, я дал. Специфика, она может быть, да, потому что у каждого человека есть свои заболевания, свой комплекс заболеваний, который так или иначе будет влиять на систему, но основу есть, основа есть, это громадный плюс. Это процентов 80 успеха в вашем лечении. Если вы начинаете именно с этого, часть мужчин про свой простатит может забыть, а женщины только будут от этого радоваться. Потому что основная все-таки система более мощная. Если она задействована правильно, задействована эффективно, все остальные проблемы теряют свое практическое значение для вас, для вашего здоровья. И очень важно это знать и понимать. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми. Я думаю, что вот такое незаметное лечение хронического простатита через правильное питание, через очищение организма и грамотное повышение активности иммунной системы нужно многим. Тем более, что это реальное лечение простатита народными средствами в домашних условиях и без антибиотиков. До новых встреч на моем канале.